Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Пила. И давайте продолжим. Так, как я помню, в предыдущей серии вот тут был дружбан. Где он? Надо его сразу убить, чтобы он нам не мешал. И, честно говоря, я не знаю, куда идти. Давайте попробуем пойти вправо. Ой, так, что-то тут много очень дверей. Два. Так, ну, обыщи стол. Нет, я тебя прошу обыскать стол. А, это баррикада. Понял. Ах, танцуем по стеклу. Тихо, тихо, тихо. Надо повнимательнее быть. Под ноги почаще смотреть. Так, растяжка. Не хочу я открывать этот сундук в бане его. Там, конечно, возможно, пистолет есть. Но что-то не хочу я. Так, заблокировано. Заблокировано. Так, опять стекло, что ли, а? Ага. Коммутатор. Чего-чего тут написано? Честно говоря, не знаю. И не читается, к большому сожалению. Так, убираем это нафиг и валим отсюда. Так, значит, ты какой наоборот открой. Значит, надо найти щиток. Неспроста нам дают коммутатор этот. Так, заперто. И вот он, этот щиток. Так, ну вроде бы не трудно. Сейчас по-быстрому решим. Так, тут как вот надо подумать. Так, допустим. Так, так, так. Вот это остается, блин. Одна. Ладно, потом подумаем насчет этого. Не, очень даже просто тут. Хотя две у нас остаются. Блин, сейчас. Ну тогда вот так мы сделаем. Одна тогда остается без электричества. Как же тебя подключить-то? Не. Пусть так и будет. А вот тут тогда мы сделаем. Да. Забираю свои слова обратно, говорил я просто. Чё-то пока не пойму как. Все правильно. Вот тут я неправильно как-то сделал. А, все. Че я туплю? Все. Твоей ловушки, но не оставил меня в покое. Он все спрашивал о тебе снова и снова, следил за мной, следил за моим домом. Он хотел поймать меня любой ценой. Но ему не важен был я.
Он мучил и мучил меня вопросами. Я хотел убежать от него, убежать от всего этого. Бежать не выйдет. Ты поймешь это. Опять кто-то пляшет, а? Да что же это за такое? Фонарик не, спасибо, не нужен. Так, заперто, блин, нифига не вижу. Кто там бегает? Сторож. Так, опять коммутатор дают, значит опять щиток будет, блин. По-моему, сейчас враги побегут. А у меня нет оружия. Ну, из кулака, конечно, можно убить, но с оружием, мне кажется, было бы попроще. Так, лифт. К большому сожалению, не работает. Да тихо. А, тут ничего нет. Тогда и зря сюда пошел. Так, есть вот тут дверь. По-моему, еще есть и вот тут. Одержимость может погубить человека. Лестница. Стоит ли нам подниматься туда? Даже не знаю. Нифига не вижу. Да включи ты свою зажигалку, а. Дальше этого места мужчинам не пройти. Все понятно. Тогда нам остается подниматься наверх. Так, кодовый замок. Подберите код. Ух, ё-моё, гляньте, он там купался в шприцах. Это, по-моему, во второй части такая ловушка была. Там внутри ключ этих шприцов. Да-да-да, это во второй части, там еще Аманда пыталась достать ключ. И достала, кстати. Так, что-то тут очень много проходов. Так, можно пойти по доске, а можно... А, тут я не пройду. Ну тогда у нас единственный проход. Погнали. Тихо, не танцуй. Отлично. Не, спасибо, настольная лампа. Я хочу выбраться, Боб! Парень, не на того напал. Отдыхай. Гамма-хирургия. В поисках менее инвазивного метода нейрохирургии мы создали прототип своего рода лучевой хирургии. Пациенту надевают свинцовый шлем, отверстие в котором совпадает с участками головного мозга, которые нужно удалить хирургическим путем. Затем голова пациента интенсивно облучается гамма-излучением. Большая часть наших экспериментов потерпела неудачу, но мы надеемся, что скоро достигнем успеха. Фотоаппарат, не, спасибо. Чё-то так я не нашел. Код. Блин, я нифига не вижу вообще. Плохая вот идея записывать днем. Очень плохая. Ни хрена не видно. Все отсвечивает. Подсобное помещение.
Ой, что-то я передумал туда идти, что-то жутковато мне там. Там какие-то голоса. Два шприца. Охренеть. Кстати, давайте одним воспользуемся. Ага, тут тупик. То есть нам все равно придется идти в это подсобное помещение. Где ни хрена не видно. Так, лопата. Ну-ка. 204. Или... Нет, там, по-моему, комната 204 нужна. Написано. Вот. Дайте еще раз присмотрюсь. Ну, рум это комната. То есть, я не знаю, либо код 204, либо нужна комната под номером 204. А вот где такая комната 204, я чуть не встречал. Хотя ладно, все, идем назад. Просто что-то я начал сомневаться. Я не помню тут, чтобы была комната 204. Ну ладно, давайте попробуем назад пойти. Да не качайся, ты как наркоман. Блин, что-то не пойму. Ладно, давайте попробуем подобрать. Да блин. 2 0 4. Все подошло. Так, найдите палату 204 в женском крыле. Встречаем этот лифт, но к большому сожалению он не работает, а то бы взяли бы и уехали, возможно. Так, 301 комната отдыха, 302, да, 5 3. Нам конечно не сюда, но тут зато избито. Что-то мне эти звуки не нравятся, которые я слышу. Угу. Все понятно. Ох, хорошо-то как. Блин, а? Не успел. Прям тогда надо подходить в притирку, чтобы успеть, наверное. Так, ну ладно, давайте зайдем все равно сюда еще раз. 4. Берем биту и погнали. Все-таки, блин, это не так уж просто пройти тут. Так, вот когда он... Все, давай, давай. Ага. Тут надо успеть, когда он ударил, и надо уже идти. Вот сейчас еще поближе, еще чуть-чуть ударил. Не назад, назад, говорил, назад тебе. Ай, хотя я чуть засомневался в себе, надо было идти до конца. Да в баню эту биту, не хочу идти за ней. Все, давай. Все, сейчас точно смогу.
Так, нам говорят, что 204-я прямо по курсу. Да, нет, это 304-я. Чё-то вы меня это, наё. Ай, танцуем по стеклу. Тихо, тихо, давай пойдем. Чего-чего? А, комната отдыха, по-моему, там было описано. Так, это спуск вниз. По идее, нам и надо вниз. Потому что тут... 304. Нам на один этаж ниже надо, и там 200-е пойдут. Блин, тут стекло повсюду просто. Все вниз. Здорово, мужик. Вот второй этаж, он нам и нужен. Так, ну воспользуйтесь шприцом тогда, раз места нет. Вот, 204-е. А, не, я уже не хочу что-то заходить. Там вон я вижу, блин, газ не быть сейчас будет. Не, спасибо. Я передумал. 203-е. Офигеть. Гляньте, крыса его жрет, а? Обалдеть. Так, нам вообще, по-моему, видимо, сюда идти. Так что давайте для начала зайдем 204-ю и попытаемся справиться с этим испытанием. Я так и думал. Во, газ пошел наконец. Я думаю, что за бред. Так. Угу. Нет, это неправильно. Вот это тоже неправильно. Нет. Нет. Ну вот единственный выбор, как я вижу только. Ну почему-то, мне кажется, это неправильно. А вот, тихо. Не, все правильно, все правильно. Что-то я опять же засомневался в себе. Так, и вот мы нашли третью, по-моему, лампочку, если не ошибаюсь. Тут еще и аптечка, ё-моё. Сколько сразу дают медикаментов-то, а? Так, там... Ох, блин, я понял, что с тобой шутки плохи. Хочешь нас обоих? А, отходи быстрее! Вот и все. Фу, вовремя я сообразил поставить ловушку. Кстати, трубу возьми хотя бы. Ни хрена не вижу. Во. Опять танцы идут, ё-моё. Всю дорогу кто-то всю игру надо мной там прыгал. Так, походите, знакомое место. А куда мне надо? Очень даже знакомое место. Как я понимаю, у меня все три лампочки есть. Теперь я могу спокойно уходить отсюда. Так, вроде бы да, все правильно. Да, вот контрольная точка, все, значит, я правильно иду. Так, я помню, тут много стекол было. Так, это я читал в предыдущей серии.
Так, что-то не пойму. В сторож, что ли, мне идти? Бита. Ну, давай. Пролить свет. Да, нам же надо вот эту дверь открыть. А вот теперь у нас есть лампочки, и мы узнаем код. Так, первую вставляем, вторую и третью. Что мне это дает? А, видите, то есть тут цвета можно менять. А там был... Надо вспомнить, погодите. Был зеленый, синий, красный на телевизорах. Может быть, это и есть отгадка. Так, получается, зеленый, синий, красный, да. Поспешите на сцену и пройдите за занавес. 831. Вот мы узнали код. Так, 8, 3, 1. И, как я понимаю, сейчас перед нами вновь испытание. Надо спасти Джеффа. И что же это за испытание, интересно? Лишить себя жизни, потому что не можешь терпеть душевную боль повседневной жизни. Вытащи меня отсюда! Но теперь тебе придется терпеть физическую боль. Игра простая. Детектив Тэп должен собрать все соответствующие символы, и ты окажешься на свободе. Если он соберет их неправильно, железный шип пронзит твое тело. Если он соберет их неправильно несколько раз, твои муки закончатся. Ничего себе, блин, то есть... Ну-ка, надо составить правильно, то есть... Как я заметил, там молоток, допустим, с гвоздями. Чё еще я там видел? Ружье, допустим, там с патронами. То есть тут видите, как надо все составить правильно. Это надо запоминать, где что находится, блин. Это непросто. Но тут, по-моему, молоток был, как я успел запомнить. А нет, видите, тут рандомно. Так, сердце. Ну, запомним, что тут сердце. Чувствую, я эту загадку пройду не с первого раза, потому что тут надо запоминать, а лучше вообще записывать это все. На листочек и запоминать. Неправильно. Так, фотоаппарат, сердце. Так, вот тут фотоаппарат, тут сердце, да? Блин, не так уж просто. Пазл. Ружье. Нет. Это тоже неправильно. Надо запомнить, что вот тут ружье. Я это все, честно говоря, не запомню. Ружье, пазл там. О, вот тут был пазл. Не тупи. Вот. Так, это правильно. Отгадали. Пила. Так, это пленка. А фотоаппарат у нас был тут. И вот она, пленка. Магнитофон, походу. Стопа. Это значит... Понятно. Стопа и пила. Блин, я уже забыл, где что находит. Так, тут, по-моему, ружье, да? Таблетки. О, это я сразу отгадал. То есть банка для таблеток.
кассета, а вот тут был магнитофон. Все правильно. Так. Итого. Сердце. Кардиограмма. Во. Господи! Так, молоток. Блин, неправильно. Так, получается, молоток. Блин, тоже неправильно. Ну, теперь мы знаем, где что находится. Так, ружье, патроны. И молоток, гвозди. Ну, честно говоря, несложно. Если у вас хорошая память, то вы должны это с первого раза пройти. Ну, я не говорю, что у меня она хорошая, это у меня хреновая память, но просто мне повезло, возможно. А так, конечно, лучше записывать все на листок, и так, мне кажется, будет даже поудобнее. Этот... Ты опять этот... меня будешь как все критиковать и орать на меня, да? Меня да нахрен ты мне нужен? На вид было болезненно. У тебя кровь. А тебе какое дело? Спросишь меня, как он выглядит, говнюк? Не хочу, чтобы ты истек кровью. Ну, конечно, тебя интересует только его лицо. Так вот, в этот раз я тоже его не видел, так что... Не волнуйся, Джефф. Я поймал этого сукиного сына. У меня есть улики. Мы победим его. Иди нахер! Я не стану туда возвращаться. Ни за миллион, ни за что. Он псих. Ты сам за себя. Да. Все какие-то неблагодарные, кого я всю дорогу освобождал. Все время они на меня орали. Чуть недовольны. Реально, нахлые люди. Хоть спасибо сказал бы. А он сразу начал на меня гнать. Ты виноват, ты такой-сякой и так далее. Ладно, давайте продолжим. Ух ты. Свинку подвесили. Найдите вход в библиотеку. Ой, опять эта тварь. Иди сюда. Уже убежал, блин. Чуть поорал, тут побегал и убежал. Так, и куда идти-то? А, вот, все, открывает мне дверь. Че, тоже не справился с испытанием, да? Я тебе ничего не делал, ты сам виноват. Дай мне этот ключ. А больше тебе ничего не дать? Дай мне этот ключ. Давай, выходи. Иди сюда, я здесь. Ну? Вытащите меня отсюда! Да я здесь. Вытащи! Ну, тварь. Так, погодите, что-то я не пойму, куда идти тут. Тут можно и вот сюда куда-то пройти. Не, разбавитель краски, спасибо, не нужен. Вода, ну давайте возьмем, почему бы и нет. Че за звуки? А, этот. Я ищу сволочь. Это следи за словами. Дай мне ключ, проклятие! Да не получится ключ. Что ж вы у меня все просите ключи? А я его никак даже не могу освободить. Ничего не понимаю, что ты говоришь. Ага, ага, давай, давай, дальше мычи. Проклятие! Дай мне ключ! Иди сюда!
Я это уже слышал, что-нибудь другое скажи. Схема газовой ловушки. А толку? Я не понимаю, как использовать эту ловушку, блин. Мне жаль тебя, чувак. Очень жаль. Только вот теперь я не пойму, куда мне идти. А, вот лестница. Тихо, 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 тихо. Не будь алкашом. Как? Ты же дошел уже! Ты дошел уже! Ты уже стоял практически, и ты упал как-то. Там даже, я не знаю, инвалид бы зацепился. Как ты упал, я вообще не пойму. Ой, блин. Ладно. Бывает жизнь огорчение. Ой, отсюда опять, ну блин. Ну ладно, пробежимся сейчас по Бырму. Нажимаем. Ты испортил мне жизнь. Да-да-да, я испортил, иди сюда давай. Ох ты какой. Говнюк, а. Ты так что такое-то, а? Да бей же ты его. Тэп, ты что тупишь вообще, не пойму. Вытащите меня отсюда! Наконец-то убил. С горем пополам, но убил. Так. Ну, я не помню, стоит ли туда ходить вообще. Ну ладно, давайте еще раз сходим. Как же я упал-то, ё-моё, я даже чё... Дай мне ключ! Не понял, блин, я, чисто говоря, прикола. Он уже дошел, я видел, что он дошел и все отпустил мышку, он упал, блин. Ну... Все-таки, видимо, да, я поспешил. Ладно, дубль два. Так, ладно, давай еще раз. В библиотеке? Ну хорошо. Так, стоп, стоп, стоп. Нам, видимо, сюда идти. А что у нас тогда вот тут? Опа, пила. Чё-то там химичил он. К нему я провалиться, к большому сожалению, не могу. А то бы было бы круто, если провалился бы и все, и решили бы проблему битого. Избили бы, да и все. Все, конец игры. Мы выиграли. Мы убили пилу, мы выбрались. Все, отлично. Так, эту дверь мне, видимо, да, не открыть. Хотя не знаю как. Тут вполне... Вон, ногу просунь, и ты можешь открыть эту дверь. Заперто. Так, тут гвоздь нужен. У нас он есть. Слава богу. Ой-ой, тихо. Да что ты делаешь? А, тут вот так надо. Угу. А тут вот так. Все, отлично. Так, ну, двери закрывать я не просил, на самом деле. Я просил тебя обыскать коммутатор. Блин, ну... Я начинаю понимать, что сейчас, видимо, придется опять ковыряться
в электрике этой. Так, схема взрывающей ловушки. Брать он не хочет, потому что у нас эта схема есть. Ножка стола. Не-не-не, меня бита устраивает. Так, стоп, коммутатор мы нашли, что? Теперь, видимо, щиток надо найти. Так, ну тут я не открою. Что-то я, честно говоря, запутался. Не пойму, куда идти. Так, заперто. Так, ладно, давайте попробуем назад пойти. Где-то что-то я пропустил. А, видите, вот там можно сломать стену. Вода. Не, не могу ее взять, мы не нуждаемся в этой воде. Мы прям на каком-то чердаке. А тут как мне слазить? Он же разобьется. Ладно. Видимо, этого не избежать никак. Аммиак. Нет, аммиак. Мне уже некуда ложить. Шестеренки тоже некуда. Шкаф с медикаментами. Нет, наверное, не нужны мне эти шприцы. Мне и так кисть. О, бинты. Бинты я возьму. Так, и тут кассета. Ну, давайте послушаем, что он на этот раз нам скажет. Муравейник в маске решил превзойти меня, испортив вашу игру. У него есть единственный выход, чтобы избежать моей смертной казни. Используйте окружение, чтобы защитить. Не понял. Кто-то идет сюда, что ли? Убейте свиную голову и получите ключ от библиотеки. Ничего себе. Наконец-то мы сразимся с ним. Хм. Так, что у нас там? Не. Я туда не пойду. Смысла нет. Мужик, полегче. Ты чё головой бьешься? Сука, чёрт! Кто там? Опа. А вот он. Это и свинья идет. По фильму, если не ошибаюсь, это в первой и второй части я видел, что Аманда была. Вейт, как его. Вот этой свиньей. То есть она надевала эту маску. Но дальше я, честно говоря, не знаю. Я не все части смотрел, признаюсь. По-моему, в ней ходит именно кто угодно. Кому прикажет именно пила ходить в этом маскараде, тот и ходит. Так, стоп, я запутался. А, все правильно. Теперь нам, видимо, вот сюда. Схема улучшающей ловушки. Да не нужна мне ваша ловушка. Так, ну что ты стал? Чего? Не-не-не, мужик, все, я прохожу мимо. Ты там давай сам развлекайся, ломай все, а я пойду дальше. Угу, найдешь. Обязательно найдешь. Чего? Кто-то бегает. Рычит кто-то. О, блядь. Не надо же так пугать-то, ёпперн-тетр. Я вас понял. Загоним его сейчас туда. Как бычка.
Ну, по лбу тебе как, а? Нравится? Он очень неуворотливый какой-то, блин. Ну, не сказать, что медленный, бегает достаточно. Вот когда он вниз вот так бьет, его можно бить. То есть, вполне можно его и руками убить. Но лучше я, наверное, воспользуюсь ловушкой. Как мне туда надо его загнать. Сейчас попробуем. Давай, иди сюда. Иди, иди. Свинка, иди сюда. Заходи, тут уютно, глянь. Ты чё застреваешь, дурак? Да закрывай, дурак! А, нет, не получилось. Дубль, давай сейчас будем. Давай, заходи. Заходи, родной. Бей. Да вот, закрывай, что ты думаешь? Ну вот и все. Не такая уж ты и сложная свинка. Очень даже легкая. Ключ от библиотеки. Ой, а чё тут так много дверей? Да ну вас нафиг. Мне надо библиотеку найти. А, вот она. В целом, можно походить тут еще по комнатам, но... В медикаментах я не нуждаюсь, оружие у меня есть. Зачем мне ходить по этим комнатам? Не вижу смысла. Хотя вот сюда я зайду. Давайте посмотрим. Растяжка не нужна, предохранитель тоже не нужен. Даже зашивочный комплект не нужен. Так что все. Используем ключ. Контрольная точка. И вот тут, я думаю, я закончу на этом серию. Так что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.